Что тебе от меня надо, Рид? Я разочарован, Ви. Ты подвела и меня, и Соми. Мы могли помочь ей. Вместе. Ей так не казалось. Ты помогаешь предательнице, которая организовала покушение на жизнь президента НСШ. Перестань, Сойка просто хочет свободы. Оставь ее в покое, и никто не пострадает, обещаю. Ви, она объявила войну своей собственной стране. Мы с вами уже ни о чем не договоримся. Фру найдет вас обеих. Тебе некуда бежать, Ви. Ты бы не звонил, если бы все было решено заранее. Хочешь предложить переговоры? Поздно что-то предлагать, Ви. Я хотел предупредить, что мы скоро встретимся, ты, я и Соми. Очень надеюсь, что ты все-таки передумаешь. Ну, спасибо за предупреждение. Не забудь, теперь ты отвечаешь за Соми. И когда не если, а когда мы вас найдем, будет уже неважно, о чем вы там с ней договорились. Ух, выглядишь довольно... Вы? О, ощущения пропадают. Перед глазами пятна. Дышать тяжело. Скажи, как я могу помочь? Почему тебя так долго не было? Короче, мне звонил Рид. И что? Мне почитали нотации и рассказали про всесильное ФРУ. Можешь себе представить... Мы между собой называли такое переговоры по учебнику. Он вроде как беспокоится о тебе. Он беспокоится только о том, как оправдать себя и то, что ему приходится делать. Не рано ты разочаровалась в людях. Не рано ли ты начала учить меня жизни? Надо ехать. Ты все-таки придумала, как спасти нас обеих. Да, но в моем плане многое зависит от тебя. Помнишь, я говорила про подпольную клинику? Она на Луне. Шаттл уже меня ждет. Ого, как круто. Не круто. Это мой последний шанс. Видимо, мне придется стать подопытным кроликом. Они должны вытащить Искина из нейроматрицы и создать для нас прототип лекарства. Я тебе напишу. Обещаю. Сразу, как только у них все будет готово. Ну, тогда буду ждать. Мне надо только добраться до космопорта. Как раз к нему мы и едем. Я не могу туда заявиться в таком виде. На меня сразу обратят внимание. А вот на тебя нет. Ты доберешься до терминала тихо и пустишь меня через черный ход. Надеюсь, у меня получится. Тихо сейчас ремонтируют. Поэтому людей там мало, а укрытий много. Наверное, и охрана не такая серьезная, что немаловажно. Думаешь, тебе хватит сил выйти в сеть? Я буду помогать. Может, через твой личный порт. Это все бред какой-то. Знаешь, Ви, я стольким людям сломала жизни. Как ты думаешь, это вообще возможно, чтобы из-за тебя никто не страдал? Наверное, это сложно, но все-таки реально. Ох. Стимулятор, Ви. Я... Спокойно, Рид. Все хорошо. Ви. Что? Я не хочу умирать. Жалко, что. Я на... Помоги мне. Уехать отсюда. Тише, тише. Сейчас тебе станет лучше.
нужно торопиться. Можешь сесть за руль? Попробуй расслабиться. Приготовься, мы почти приехали. Если подумать, мы через столько прошли. После того, как ты со мной связалась... Только наш путь еще не закончен. Само собой, ты не сможешь взять с собой оружие. Охрана тебя не пропустит. Оставь его тут, со мной. Я все отдам, когда встретимся. Может, мне замаскироваться? Рид знает, как я выгляжу. ПРУ распознает сигнатуру чипа, когда ты пройдешь через рамки. Свою технику они найдут где угодно. Очень надеюсь, что я не встречу никого из ФРАУ. Они представляют другое государство и работают в вольном городе незаконно. Это заставляет их действовать осторожнее, чем им хотелось бы. Нас интересует терминал тихо. Не попадайся на глаза тем, кто нас ищет. Обходи охранников из Orbital Air. Мы не знаем, за кого они. Ну, до скорого. Стой, вы. Да. Удачи. Спасибо. Удача мне пригодится. Я в сети космопорта. Постараюсь уводить тебя от разного рода угроз. Orbital Air приветствует вас в международном и трансорбитальном космопорту Night City. 10 лет пролетят? Не заметишь. Держите себя в руках, сэр. Я протестую. Вы не Проверка имеете права отключать успешно. Мой Orbital Air благодарит хром. Вас и желает приятного полета. С каких пор мистер Перчик считается оружием? Добро пожаловать в международный и трансорбитального космопорт Night City. Мир и звезды в одном шаге от вас. Если у вас есть запрещенные импланты, я обязан их отключить. Пожалуйста, воспользуйтесь личным портом. Запрещенные импланты? Какие, например? Список был представлен в правилах и условиях обслуживания, с которыми вы согласились при покупке билета. Да, конечно. Расслабься, не привлекая внимания. Отключение имплантов завершено. Для проведения биометрической идентификации посмотрите в камеру. Стой! Не смотри. Потяни время. Я еще не привязала твои данные к фиктивным документам. Простите, в какую камеру? В эту. Не понимаю, что мне надо сделать. Просто посмотрите туда. Процедура займет несколько секунд. Все, теперь можно. Проверка прошла успешно. Orbital Air благодарит вас и желает приятного полета. Теперь тебе надо впустить меня. Иди втихо. И веди себя как можно незаметнее. Мне насрать на ваши извинения! Перед нашими зрителями извиняйтесь! Они ждут прямого эфира с церемонии открытия, только а мы посмотри что? На них. Нам надо быть там через несколько часов. А что не так? Они даже не знают, что тут в любой момент может начаться перестрелка. Представь, стоишь ты посреди зала, думаешь, какие сиськи тебе сделают на орбите, а в следующую секунду тебя затаптывает стадо паникующих баранов. Проявите уважение к остальным пассажирам. Ты преувеличиваешь. Все идет нормально. Когда мы приземлимся в Сиднее. А ты преуменьшаешь. Одна ошибка, и тебе конец. Нам еще работать. Мистера пойдем. Мистера Вавуду ждет серьезный разговор с мистером Макером. Внимание, пассажиры! По правилам и условиям
космопорту Найт-Сити. У вас нет крыльев, но есть Orbital Air. Я в туалете. Тут открыта вентиляционная шахта. Хорошо. Она выходит прямо в маглевный туннель. Ну, я на станции, только тут поезда ходят. Могу добежать по туннелю, если успею, конечно. Внимание, пассажиры! В терминале тихо проходят ремонтные работы. Все рейсы на Луну временно отменены. Приносим извинения за доставленные неудобства. Черт, поезд едет! Вроде жива. Ой-ой-ой! Больше никогда сюда не зайду. Угу. Я тоже не люблю поезда. Я в терминале тихо. Подскажешь, где у них тут черные ходы? Вряд ли. О черных ходах можно забыть. Нужен другой план. Что-то не так, Сойка. Мне пришлось уйти. Охране стало интересно, что в фургоне. Ох ты ж ее. В общем, попробуй через крышу. Туда идет лифт со стройплощадкой. Хорошо. Так, куда мне теперь? Придется импровизировать. В смысле? Я чуть пониже, чем ты. Мне нужна будет твоя помощь, чтобы подняться. В твоем состоянии лучше не заниматься паркуром. Там от силы 40 метров. Я справлюсь. Надо бы осмотреться. Не тормози, Ви. Посмотри, что там на крыше. Ну и дождь. Эх, атмосферка тут что надо. Пожарный шланг. Сойка, есть одна идея. Лови его. Скажи мне, когда будешь готова. Поймала. Держись крепче. Еще совсем немного. Блять, нет. Ты! Поймала. Ну вот, и все. Я думала, умру. В следующий раз. Хотя, надеюсь, следующего раза не будет. Ви, вы что с тобой? Ну как же? Мы с тобой обе уже еле дышим. Мне жаль. Да ладно. Я скоро поправлюсь. Ты же обещала помочь.
твое оружие. Без пушек, как без рук. О, нет. Сигнал. Из диапазона частот Новых Штатов. Майерс? Будет здесь. Через секунд. Сюда скорее. Сука, Рид говорил, что Фру нас найдет. Не найдет, если мы постараемся. Черт, она с ними. Они скоро приземлятся. Открывай. Сойка, залезай. Я замедлила вентилятор. Подержи лопасть. Я проползу. Orbital Air понимают ситуацию? Они подняли тревогу, но не смогли найти Ви. А наши агенты? Некоторых наших раскрыли, но Orbital Air ничего от них не добьется. Я гарантирую. Остальные пока ищут Сойку. О ваших ошибках поговорим позже. Тебе всегда было сложно просить о помощи. Я решила не ждать, когда ты это сделаешь. У меня все было под контролем. Нет, Сол. Ситуация давно вышла из-под контроля. Признаю. Вот оно. Истинное лицо. Розалинд Майерс. Не то, что с предвыборных плакатов. Ах. Я же знаю, что ты беспокоишься о ней. Ты ее вербовал, обучал. Конечно, ты хочешь ей помочь, но твой долг в первую очередь – защищать свою страну. Сойка сделала выбор. Теперь ей придется столкнуться с последствиями. Есть еще один нюанс. Проект, над которым она работала, нужно сохранить в тайне, чего бы это ни стоило. Это плохо. Очень плохо. Я не хочу даже думать о том, что может случиться, если нашу птичку кто-нибудь поймает. Никто не должен узнать об этой истории. Это может уничтожить новые штаты. Я не собираюсь так рисковать. Прекрасно вас понимаю. Никакого риска. Я обо всем позабочусь. Ты это слышала? Ты же понимаешь, что я тоже этого не хотела. Я тепло к ней относилась. Доверяла ей. Но бывают решения, которые меняют все. Решения ее или ваши? Что, прости? Вы слышали. Неважно. Я знаю, что надо делать. И я это сделаю. Наделяю тебя всеми необходимыми полномочиями. Постарайся только не стрелять ей в голову. Не знаю, чего я ожидала. Какой будет приказ, сэр? Сам слышал. Так точно! Мы в жопе. Целиком и полностью. Нихуя себе, Майерс, тварина. Это еще цветочки. Надо идти. Это еще не конец. Не подставляйся. Террористы!
Осторожно. Охуеть! Пронесло. Нас вроде бы не заметили. Ви, если вертолет нас засечет, нам уже ничто не поможет. Значит, постараемся не попадаться. Никого? Иди вперед. Можно идти? Все чисто. Ох, подожди. Голова кружится. Могу посмотреть на твой хром. Думаешь, это безопасно? Я знакома с большинством твоих устройств. Могу провести автодиагностику и дать тебе доступ к твоему биосу. А, вижу. Попробую разогнать компенсаторы. Надеюсь, они выдержат. Все должно было быть по-другому. Проще. Но жалобами тут не поможешь. Да и осталось недолго. Так что сколько сейчас берут за внеплановый полет на Луну? Один разговор и несколько секретов. Государственных? Государственных, личных. В моем случае это одно и то же. Насчет черного заслона? В том числе. Не хочу об этом говорить. Не осуждай меня, пожалуйста. Я тебя понимаю. Не переживай. Ты все делаешь правильно. Как настоящая эгоистка. Даже не начинай. Ладно, поболтали и хватит. Поможешь мне встать? Выглядишь чуть получше. Что, правда? Черт, опять. В укрытие, быстро. Бросай оружие. Они перестали стрелять! Скорее бежим! Да что ж такое-то? Не открывается. Быстрее по лестнице. Спецназ. Да пытаюсь я! Ёбаная Майерс. Не отвлекайся. Граната пошла! Идем к диспетчерской вышке. Я пригоню поезд. Не прячь оружие. Мало ли что. Берегись. Бля. Черт, ловушка. Ты жива? Это вроде не поможет. Бы. Нужен поезд. Он прячься идет к посадочной скорее. Площадке. Нейтрализовать ее! Ви, нейтрализуй этих уродов. Они мешают нам добраться до вышки. Это был последний. Ты не ранена? Нет, нет. Идем к диспетчерской вышке. Оттуда я пригоню поезд на станцию.
Что делаешь? Ломаю консоль, чтобы пригнать поезд. Мне нужно что-то делать. Постарайся, чтобы меня никто не отвлекал. Из людей Майерс. Окей. Ну, погнали. Удачи, Сойка. Собраться! Господи, боже! Как там дела? Долго еще? Не дергай меня! Откройте меня! Мы ее прижали! Держись, я почти все. Перезаряжаюсь! Не высовывайтесь! Осторожно, дроны! Ты как, жива? Пока да. Посмотрим, как пойдет. Они нас переиграли. Я пойду за черный заслон, иначе нам конец. Я установлю нейромост. Буду у тебя на подхвате. С прокси будет полегче. Ну что, готова? Запускай. Выноси окна! Стреляй, стреляй! Сойка, ты как? Я помогу. Обопрись на меня. Нам надо на поезд. Как же больно. Да уж, еще бы. Но ты справилась. Ты спасла нас. И ты слышишь? Это черный заслон. Не бойся, я здесь. Я с тобой. Скрытые созвучия. Вот так. Скоро уже пойдешь на посадку. Ох, ты как, держишься пока? А Майерс-то прямо от тебя не отстает. Она посвятила всю свою жизнь тому, чтобы ставить цели и методично их достигать. Ты считаешь это круто? Раньше меня бесило, что она ставит будущее выше прошлого. А теперь я бы и сама хотела думать только о будущем. Слышишь, как гудит? Вот бы заснуть и не проснуться уже никогда.
Сойка. Я недавно видела Рида во сне. Мне часто снится этот кошмар. Про то, как он едет в поезде и умирает из-за того, что я сделала. Это просто плохой сон. Мне приказали. Я сделала. Майерс приказала? Даже подумать смешно. Много лет спустя он все еще ей служит, а я пытаюсь от нее сбежать. Джонни бы сейчас высказал все, что о тебе думает. А я скажу только, что предавать друзей — это подло. Я сама жалею, но ничего изменить не могу. Хочу просто забыть обо всем. Это Майерс отдала приказ. На ней вся ответственность. Сойка? Я предала не только Рида. А кого еще? Венейроматрицу. Можно применить только раз. В смысле? Почему? Это пленный Искин из-за черного заслона. Он существует, пока эволюционирует. Я прерву цикл, когда освобожу его. Он выполнит мои приказы и исчезнет. Безвозвратно. Погоди, и ты давно это узнала? Что только одна из нас выживет? Я узнала про Скинасуру, начала искать информацию и... Ты серьезно, блядь? Я думаю... Я скоро умру. Надо было сразу сказать тебе все. Прости меня. Конечно, надо было. Я бы все равно тебе помогла. Сойка? Ебать колотить, вот это поворот. Твоя барышня всех прокатила, Майерс, Хансена, Рида, тебя. Решил постебаться надо мной. Да при чем тут вообще ты? Я просто представляю, какая сила воли нужна, чтобы быть сволочью до самого конца. Девчонка так хочет добиться своего, что это заслуживает уважения. Мне похуй. Главное, что нам с тобой опять начинать сначала. Опять искать того, кто поможет нам выжить. Ты всегда можешь набрать Риду? Он же меня убьет. Ты слишком высоко себя ставишь, Ви. На тебя ему насрать. Он охотится только за одним человеком. Ладно, приятно было выбраться с тобой поболтать. Но мне кажется, тебе пора ее будить. Эй, Сойка, почти приехали. Ладно, сейчас помогу. Почти пришли. Недолго осталось. Ну, твою мать! Остановись. Все, я сейчас ее положу. Вот так. Что теперь будешь делать? Ты не видишь, что она умирает? Я вижу, что одна обреченная защищает другую. Если она умрет, ты будешь в этом виноват. Ну да, а ты и Майерс тут, конечно, не при делах. Сойка умрет, если улетит на Луну. Хочешь ее спасти? Оставь ее мне. Двинься в ее сторону, и я тебя убью. Последнее предупреждение. Мы же оба знаем, что ты хочешь ее убить. Ее, меня, себя, наверное, тоже. Ты просто не сможешь себя простить. Даю тебе 3 секунды. Раз. Извини меня. Ну, охуеть теперь. Не вини себя, Ви. Забей пока на это, если не хочешь, чтобы твоя подружка тоже откинулась.
все будет хорошо. Еще немного. Ты полетишь на Луну, Соми. Там они тебя не достанут. Знаешь, я тоже иногда думаю, вот бы все бросить и куда-нибудь свалить. Вот было бы круто. Ну, посмотрим, что мы имеем. Система жизнеобеспечения включена. Диагностика давления, кислород, помпа. Бортовые компьютеры готовы к пуску. Список системных предупреждений. Хорошо тебе долететь до Луны. Люк задраен. Все, назад дороги минутная нет. Минутная готовность. Зажигание в главном двигателе. Поехали. Первый раз в жизни запускаю ракету. А ты? Та же херня. Ведь и 10-секундная готовность. Твердотопливные двигатели в норме. Чтобы не ждал ее на орбите, надеюсь, у нее все наладится. Она стала свободной, как и хотела. Знаешь, почему у нее получилось, а у меня нет? Ей повезло. Везение тут ни при чем, Джонни. Вы с ней просто хотели разного. Да ладно? Ну тогда расскажи мне, чего же я хотел. Аплодисментов. Ты по жизни все делал на публику. Ну, может. Наверное, я мог что-то изменить и вести себя по-другому. А может, я думал, что все равно не выберусь живым. И вообще, не исключено, что эта девчонка просто привыкла доводить все до конца, а я сдался в последний момент. Не знаю. Ну, по крайней мере, ты себе в этом признался. Это уже своего рода освобождение. А. Что еще скажешь? Ты можешь быть кем угодно. Освободи свой разум. Просто смотри в небо, Джонни. Полный подъем. Она улетела. Круто. Это самое главное. To play.
Ну что теперь будем делать? Теперь будем прощаться с твоими мечтами о долгой и счастливой жизни. Ты что, не рад, что мы с тобой воссоединились? Радости полные штаны. Вообще все не так плохо. Мы вышли живыми из битвы между политиками и шпионами. Ага, и успели нажить себе очень сильных врагов. Майерс тебя из-под земли достанет. Особенно после того, как ты убила ее самого верного пса. Если бы снова началась война, Рид умер бы первым из многих тысяч. У него была своя война. За идеалы и принципы. О таких людях, как он, никто никогда не помнит. Пора забыть обо всем этом и подумать о себе. Правильно. Рушить планы новых штатов и отправлять полумертвого киборга на орбиту — это поступки настоящей легенды, но мы просрали кучу времени. Ты умираешь. С этим надо что-то делать.